Всем привет, продолжаем нашего Ведьмака. Будем пытаться убить зверя. Я не знаю, как у нас это получится, но будем надеяться, что все хорошо получится. Так, поедим. Я тут немножко заныкалась, но, к сожалению, пока как-то получается не очень. Очень, если честно, громко игра. У меня прям уши. Геральт, прекращай так делать. Я тебя не просила выходить. Сюда иди. Сейчас попробуем общий силовой стиль. Проблема в том, что когда стопит собака Геральта, они могут его немножко пожрать. Поэтому надо быть очень аккуратными. Надо собачку поближе. Давай, собачка. Все остальные вот так. Давай, давай, давай. Давай, моя хорошая. Вот, о чем я и говорил. Меня сейчас застопил, но пока они вроде как ко мне не подходят. Все. Достаешь, да, здесь? Так, а если силовой тебе включить? Нет? Вот, блин, опять. А собака жесткая очень. Геральт, давай быстрей. Так, но здесь пока вроде не достает. Хорошо. Зато мы собаку достаем, что очень радует. Сколько у него? Меньше половины. Очень удачная позиция получилась, да? Он нас не достает, мы его достаем. Отлично. Так, а почему у меня... Я хотела вот этот. Тут повреждение на 20%. Больше. Есть! Так, какое-то колечко, колечко, кольцо. Так, а чё, Абигейл собаки сожрали, да? А нет, она жива. Это была твоя последняя ошибка. Должно быть, ты измучен битвой со зверем. Нужно прекратить твои страдания. Сейчас мы прекратим твои. Умри, проклятый мутант. И заберем все, что нам надо. Сил. Фома! На вилы его! Сейчас я твои страдания прекращу. Подожди. Чуть-чуть осталось. Да мы сейчас всех тут закончим. О, давай, Абигейл, помогай. А то они охренели.
Не трожь Абигейл! Ты наша тёлочка. Какой он богатый. И ничего, но у него бабло есть. А слушайте-ка. Пропуск. 250 оринов у него. Вот шиш. Благодарю тебя, Геральт. Что бы со мной стало, если бы не ты? Я искренне рада, что ты мне поверил. Кем бы я был, если бы я тебе не поверил? Мы ей верим. Спасибо, дорогой. Прощай. Мы ей верим. Сейчас мы тут всех... Еще 100. Шани надо найти, да, Шани? Сейчас мы все найдем. Останочки все соберем. Так, мне говорили Ctrl нажимать, это на растение, да? Так, что еще есть? Еще есть останки. Собирать. Блин, у нас скоро... Мы метеорит, зараза, не купили. Вот в чем проблема. У того вот чувака, Харена, который... Где-то непонятно, текстурка была. Так. Неизвестное растение, запертая дверь. О, давайте попробуем. Так, железный топор. Ну, хрен с тобой. Через Ctrl мне сказали, будет проще. А, о, вообще отлично. Гуччи, спасибо. Спасибо, дорогой, спасибо. Так, нам нужно вернуться в таверну, что ли, или куда? Давайте глянем по заданиям. Нужно разыскать Шани в таверне, где мы договорились с ней встретиться. Ага. Так, у нас поменьше стало. Блин, в кости и кулачные бои, все, просрали мы. Если там сейчас в таверне, никого не будет. Так, нам... Вот туда, да? Вроде бы. Да. Нам туда. О. А что, я вас обыскать не могу? Вообще отлично, прям очень удобно. Спасибо, Гуччи, еще раз за подсказку насчет контрола. О, а ты откуда взялся? А, я не увидел, что у нас там общий стиль. Чё ты распрыгался, скотина? Сейчас его убьем, я скажу, а то очень громко. Я, наверное, один наушник даже сниму, потому что очень громко. Все, один. Отдайте наши останки. Кровушка наша. Дверь заброшенного дома. Ну-ка. Саламандр здесь больше нет? У меня уже этот... Как это называется? Мания преследования.
Где-то черемица была, вот. Так, ладно. Сейчас прикольнусь, если здесь люди будут. Тут же всех повырезали. Ну нет, разработчики молодцы. Ну, кто убежал, кого поубивали. Шани, Шани, Шани. Эх. О, спасибо, Шани. Куда пошла? Стоять? Геральт, с тобой все в порядке? Я так волновалась. В порядке. Все хорошо. Я расскажу тебе все, что произошло по дороге в Вызиму. В этой деревне меня больше ничего не держит. Подожди, у нас есть еще дела. Надеюсь, мне никогда не придется возвращаться. Не могу поверить, как невообразимо много подлецов тут живет. Времена нынче нелегкие, Геральт. Войны, чума. Я знаю. И все равно их низость поразительна. Знаешь, откуда появился зверь? Нет. Они сами, того не ведая, создали его своими преступлениями. Подозреваю, что и могущественный колдун не справился бы лучше. Со зверем довольно-таки быстро разобрались. Была ненависть, повезло, я считаю. Подлость, алчность и заносчивость. Звучит похоже на волшебную сказку. В каждой сказке есть доля правды. Пойдем. Вызима ждет нас. Там, наверное, тоже подлецов много. Я должен добраться до ворот Вызима. Идем. А, то все, с тобой, да? Так, товарищи, у нас есть еще одно задание, которое находится на территории возле Вызимы. Я вот думаю, наверное, нам стоит его выполнить для начала. О. Подобного наказали за его шалости. Так, монстры у нас снова не появились, рецепты тоже. Так, окей. Разыскивается. Нет, не то. Окей, вот, тяжелое наследство. Нам потом нужно будет нашего друга найти и, естественно, сказать. Что случилось с его товарищем? Я надеюсь, с нами Шани не пойдет. Я не хочу Шани потерять, как мы потеряли Риту. Так, но нас этот ведет к мельнице. Сходи. Хотя мы, может быть, потом еще сможем вернуться, да? Ну, давайте попробуем все-таки тогда. Так, стоп. А мы с тобой можем еще поговорить? Может, ты нам что нового скажешь? Приветствую тебя. На-на-на-на-на-на. Сколько дней? Все. Прощай. Понятно. Ничего нам нового не скажет. Да. Да, я не могу ничего создавать, а мне это очень надо. Так, талантов у нас никаких нет, к сожалению. Ладно. И это, по-моему, был последний... А, нет, еще есть. Так, это что у нас? Книга Филина. А что у нас ее две? Так, мы какое-то колечко с
со зверя вытащили. Так, теперь нам это можно будет только, наверное, продать. Я думаю, особо нам это больше не пригодится. Ключ от убежища. Блин, почему вот эти вот вещи, оно вот сейчас заполнится и все получается ведь? Сколько бабла мы зато с трупиков собрали. Так. У нас... Блин, где теперь этого искать? Ну, у нас всего один метеоритный осколок. Что? Сушеные фрукты? Значительно повышает регенерацию энергии. Ладно. Бежим. Тут все так и горит, да? Мартышка, ты все бегаешь и бегаешь тут. О, Шаня. Хрена тут всех. Как-то странно, у нее декольте лежит, если честно. И сейчас нигде людей, да, не будет? Всех положили, похоже, да. Кстати, разработчики только взрослых положили всех. Да подожди ты, видишь, у нас... Ай. У нас тут ответственное дело, понимаешь? Ответственное. Ну, блин. Я говорю, вот так собери. Так же удобней. А мы теперь сюда можем зайти? Заперто. А я хотела очень. Что ты, Шаня? За этими воротами вы, Зим. Я надеюсь, сюда мы больше никогда не вернемся. Я тоже. Зверь мертв, саламандры мертвы. Не все. И крестьяне заодно. Очень смешно. Мой пропуск должен убедить Микулу впустить нас. Пошли. Идем. А мы на мельнице что-нибудь можем? Вход на мельницу есть. Утопцы. Надир. Надир. Ну-ка. Стоять бояться, Надир. Иди сюда. А почему ты Надир, а не утопец? Ты ж такой же, как и они. Эй! Шани! Спаси! Мне нужна help. I need you help. Шани! А где Шани? А кто меня лечить будет? Шани, ну-ка быстро! Эй, алло!
Шани, лечить, говорю. Вот же ж, сволочь, она не хочет лечить. А Микула мертв. Ха-ха. Супер. Утопец. Он один. Шани, блин, твою налево. Какого хрена ты не лечишь? Геральт, поговори со стражником. Нам надо убираться отсюда. Вот тупая овца. Да ладно, спасибо. Наконец-то. Микула живой. Окей. Ща, Надир, погоди. Пойдем со мной. К Микуле. Сейчас мы тебя вдвоем зафигачим, наверное. Микула, I need your help. Да неужели? Микула, вставай. Язык. Голова. Трофей. Микула, вставай. Во, умничка. Заперто. Все, теперь пошли. Я Надира убила. Можно теперь жить спокойно. Да, хорошо. Мы даже не брали это задание, но мы уже это... Главному ловчую, это тот королевский этот... Чудик. На-на-на-на-на. Но у нас вот это задание не должно быть. Ну, Шани, лечить. Шани, лечить. Ладно. Ага. У меня есть пропуск. Пусти меня в Вызиму. Я хочу сказать, я... Мне очень жаль. Прости меня, ведьмак. Извинись перед Ильзой. Милздар, сержант! Тот ведьмак! Я о нем говорил! Подстава. Кто у нас здесь? Это он нам нужен? Да, милздар, сержант! Ведьмак! Грязный выродок! Богохульник и фальсификатор! Он спрашивал, кого опускают в город, потом пришел с этим пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Тогда я принцесса Анда! Так, Шани, ты меня не полечила. Выпустите меня! Я не виновен!
Эй, тюремщик, ну хоть переведи. Сейчас не вор. Не хочу я с политическими. Можно опаршивить. Я честный вор. Выпустите. Заткни пасть. Я занят. Юс, чем же он так занят? Хочешь моей смерти? Этот вор мешает. Вот-вот. Вор. А сижу с политическими. Заткнись, сказал. Не ори. Или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну. Прелестно, черт побери. Что, не нравится, белый? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтобы я их видел. Юс, открой камеру. Боишься? Обделался? Покажи, белый, что можешь. Назад. Что за... Ты дерешься или нет? Профессор, на выход. Свободен. Опачки. Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. Не сердись, ведьмак, мы встретимся, верь мне. Вы ошибаетесь, это убийца. Ты не понял законов этого мира. Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места. Но с этим мы разберемся позже. До встречи! Буду ждать. Интересно. Так, давай, ведьмак. Посмотрим вообще узник, узники. Скукотища. Силач. А взять нечего, да? О, давай с эльфом поговорим. Завтра мой большой день. Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Завтра меня повесят. У меня есть просьба. Мне всегда нравились игры, а Юс позволил мне взять с собой кости. Если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор. У нас есть. Так. Надеюсь, нам повезет. 3 единицы. И 2 шестерки, по-моему. Ля ты крыса! Я, наверное, все... Хотя... Нет, подожди-ка. Давай 1 единицу попробуем перебросить. Может, нам 6 выпадут? А вот это-то чё? Во. 2 пары. Эх-ха-ха. Ладно. Две шестерки. Хреново, у него больно 5-3. Иди в жопу. Эй, вы, отребье. Король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего в канализации. А как насчет руки принцессы и половины царства в придачу? Остряк, следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут. Я убью этого монстра. Слишком поздно. У нас уже есть другой доброволец. И как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голыми руками. Какой? Угу. Этот здоровяк? Вы шутите.
Ведьмак, у меня в подземелье у всех равные права, даже у дураков. Тебе нужна свобода? Сражайся за нее. Тот, кто выиграет, пойдет убивать Кокатрикса. Да как два пальца. Так. Хорошо, я-то с ним сражусь, но у нас пока нету хпшки. У нас пока нет хпшки. Ага. Они наше все бабло стырили? Вот же ж уроды! И как мне вернуть потом все это дело, блин? Я набрала столько всего. Что-то с этим надо делать. Я не виновен. Это Арнольд, моя крыса. Арнольд, пискни что-нибудь. Интересно, кто меня заложил? Я здесь уже третий месяц, так что ко всему привык. Здесь не подходи, милздарь. Только вот мы тут честные воры. Так, давайте, блин, ну... Давай уже, хпшка. Ну, хотя ладно, попробуем. Подходи. Я набью тебе морду, а потом вспорю брюхо этой ящерицы и стану, наконец, свободен. Что ж, начнем. Ах ты, ублюдок! Геральт, не подставляйся твою налево, я же... Пришла твоя смерть. Да? Сейчас посмотрим. Геральт, блин, твою налево! Да какого хрена ты не бьешь, Геральт? Я тебя убью, блин. Дебила ты кусок. Да, лучше же по мордасям получать. Вот что он творит, я не понимаю. Я твоя смерть. Твою налево зажали, уроды. Что-то с этим надо делать. Геральт, ты дебила кусок. Какого хрена ты, блин, не дерешься? Придется бегать, пока у нас хпшка не восстановится. Более-менее. Геральт еще и застревает в чем-то непонятном. Давай уже хпшка, восстанавливайся. Че так долго? Верните мою жрачку, мои деньги, вообще мое все верните. Дебил. Что-то с этим надо делать. А можем ему сзади подойти? Геральт, твою налево! Вот. Я не понимаю, я нажимаю, блин, на ударить, а он ни хера не ударяет, а какую-то херню творит. Геральт, ты дебил. Мы сейчас таким образом проиграем, блин. Толстячок, а тебе не тяжело бегать за нами, а? Не устал еще? Не запыхался? Давай запыхайся, пожалуйста. Видишь, у нас Геральт дебилушка немножко. Ему надо хпшечку подхилить, прежде чем с тобой драться.
Карусель, карусель, чтоб еще только твари всякие не лезли. Пришла твоя смерть. Так, еще чуть-чуть побегаем. Наконец-то. Ах ты собачий сын. Если бы не твоя магия, ну ты бы ни за что меня не победил. Я спас тебе жизнь. С кокатриксами шутки плохи. Хватит умничать. В следующий раз тебе не победить. Ах ты собака. Понятно. Поздравляем. Ты выиграл право убить монстра в канализации. Я почти горжусь этим правом. Ну что, будешь убивать монстра или тут стоять? Струсил? Мне нужно оружие. Какое приятное совпадение. Мы как раз недавно конфисковали ведьмачий меч. Меч ведьмака? Где? Не твое дело. Юс, принеси мне этот серебряный меч. Тот, который мы нашли у скупщика Талера? Да, придурок, именно тот. Я могу его взять? Возьмешь его у Юза, потом заберешь свои вещи из хранилища. Если, конечно, у тебя будет потом. Ладно. За голову монстра плачу дополнительно. Хорошо бы неповрежденную. Посмотрим, что я смогу сделать. Нам еще бы хпшку отрегенить дали, блин. Мой меч. Где же он? Быстрее, у меня мало времени. Ах да, есть. Мы также конфисковали пару эликсиров. Я уверен, ты знаешь, как ими пользоваться. Удачи тебе. Как только выполнишь задание, забери свои вещи из хранилища за решеткой. Обязательно. А потом я найду профессора. Глупо. Профессор как заговоренный. Его ничто не берет, и он занимается мокрой работой. Куда важнее тот, кто его контролирует. Если хочешь сделать все правильно, разберись с боссом. Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся. Их главарь большая шишка. У него есть вязы. В смысле, у него есть связи? Если так, я его найду. Ага. Только сначала тебе придется пережить встречу с Кокатриксом. Смотри за моими вещами. Я скоро вернусь, и я хочу, чтобы все было на месте. И бабло, главное, верните. Вон, жрет, интересно. Нормально так. Ага. Чуть-чуть деньжат. Кстати, какие нам эликсирчики дали? Кошка. Видеть в полной темноте. Еще одна кошка. И пурга. Интересно. Решетка, бочка. О, там, смотрите, этот. А, ну давай, Геральт. Решетка. Ну я сначала в ту сторону сбегаю.
Что ты за существо? А, ведьмак. А ты кто? Именно. Белые волосы, вертикальные зрачки. Очевидные признаки мутаций. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Я никогда раньше не видел таких, как ты. Я Зигфрид, рыцарь Ордена Пылающей Розы. Я Геральт. Ведьмак, как ты уже Геральт. Заметил. Рад знакомству. Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков. Если ты не против, я бы прекратил болтовню. У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро. Ты охотишься на Кокатрикса? Я здесь по той же причине. Давай поговорим. Да, Геральт. Что ты знаешь о кокатриксах? Кокатриксы, также известные как скуфины, это вид орнитозавров. Они огромны, в два раза больше обычной крупной птицы. Будучи связующим звеном между рептилией и птицей, они напоминают петухов. Откуда их народное наименование? Любопытно. Продолжай. Кокатриксов часто путают с василисками, но это два разных вида. Вопреки общепринятому убеждению, взгляд кокатрикса не превращает людей в камень, но нужно бояться его клюва. Этим клювом он может разрывать жизненно важные органы врага с точностью хирурга. Зачастую жертва погибает мгновенно, особенно если кокатриксу удалось подкрасться сзади. Что ты думаешь по поводу убийства этой твари? Кокатрикс — это опасный противник. Тебе нужно быть отличным мечником. Если у тебя нет серебряного меча, дело становится еще тяжелее. Что еще? Как всегда, нужно быть настороже. Скофин любит нападать сзади. Какие алхимические ингредиенты можно получить из кокатрикса? Хотя его глаза и не могут превращать людей в камень, они довольно универсальный компонент и очень дорогой. Я слыхал, что перья с его хвоста еще дороже. Впечатляющие познания. Признаюсь, что мои познания о чудовищах ограничиваются кокатриксами. Мой покойный отец, Эйк из Денесле, да упокоится он с миром, оставил мне гравюру с этим зверем. Было еще много гравюр, но все они погибли в животе у мантикоры. Сохранился только образ Скофина. Мои соболезнования. Ты на мантикору охотился? Нет, я был в то время в отлучке. Когда я вернулся, то узнал, что мой отец, несмотря на увечья, решил сразиться с мантикорой. Он попросил привязать его к коню, а затем с молитвой на устах атаковал чудовище. Как ты понимаешь, там он и встретил свою трагическую кончину. Когда я добрался до места их боя, чудовище мучилось от ужасной боли и было при смерти. Мантикора не смогла извлечь моего отца из его доспеха и проглотила практически целиком. Потом уже начали говорить, что священный пламень души Эйка сжег сердце зверя. Воистину героическая смерть. Да почиет он в мире. Ты пришел за кокатриксом. Думаешь, сможешь убить его? Священное пламя осветит мой путь. Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спуститься в канализацию за чудовищем? Эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена. Орден уже давно сражается с чудовищами и довольно успешно, я бы сказал. Делаете работу ведьмаков? Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара, дюжина? Вы нам не конкуренты. К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности. Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки. У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединим силы. Я жажду увидеть твои боевые навыки в действии. И уверяю тебя, меч ношу не для красоты. Давайте, наверное, с ним скооперируемся, потому что он довольно-таки к нам... почтенно, так скажем, отнесся, то есть не с какой-то такой... Договорились. Идем. Нахальностью, так скажем. Так, утопсы. Да, если бы у нас еще... Всегда верны в Пылающей Розе! Ты издеваешься, ведьмак? Ты
Да почему ты не переключаешь? Подождите, блин. Да ну, давай уже. Наконец-то, блин, сработало это. Нажимаю на Е, нажимаю, не работает. Ну что за хрень, блин? Ты не мог бы отойти? Слава или смерть? Так, а интересно, через Ctrl работает? О, тоже работает. Отлично, тоже работает через Ctrl. Чувак, тебе подхилиться бы. Серьезно? Нас туда не пускает. Я хочу вон ту штуку забрать, блин. Ладно, пойдем туда, где пускает. Ярль, ты не хочешь забраться? Спасибо. Неизвестное растение. Конечно, собирать, блин. Что за глупые вопросы? Надо к контролу еще привыкнуть, блин. К контролу, говорю, привыкнуть надо. Бочка идет. Окей. Решетка. Заперто. Так, я так понимаю, решетки будут заперты, да? Чувак, ты не хочешь отойти, а? Ты очень мешаешь тут. Где? Что у нас уже подсобралось, так скажем? Ох-ох-ох. Чувак. Ну, надеюсь, ты будешь
Здорово. Так, бочки. Гер! Осторожнее сзади! О! Как Атрикс. За победой! Так, а ты не хочешь переключиться? Поздно. Кокатрикс мертв. Теперь давай выйдем на поверхность. Не думаю, что я могу вернуться тем же путем, которым пришел. Идем, я провожу тебя к выходу. Ладно, хотя вся эта мерзость сильно пахнет. Какой идем? Мы еще не все собрали. Подожди. Поторопись, у нас мало времени. Дверь у меня за спиной ведет в город. Здесь наши пути расходятся, но... В чем дело? Странно, я слышу шаги. Мало кто решится бродить здесь. Господин прав, как всегда. Убить его! И рыцаря тоже! Ну вот. Геральт, ты не хочешь, блин, нормально драться? О! Такой раз и появился, блин. Отлично. Ну, я рада, что он жив. Твои друзья? Можно и так сказать. Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Только капитан стражи, который арестовал меня, один надзиратель в тюрьме и другие заключенные. Я убил Кокатрикса в обмен на свободу. Думаю, если ты будешь искать предводителей этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Это знаешь точно. Что? У меня в Изиме есть знакомый детектив. Пойди к нему и расскажи свое дело. Неплохая мысль. Может, профессионал и сможет помочь. А куда ты направляешься? У меня есть хороший дела чувак. В обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир все еще полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфрид. Рад нашему знакомству. Я тоже рада. Убить чудовище было легко, ведь на моей стороне сражался ведьмак. Давай выбираться отсюда. Вот ключ от прохода, который ведет в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочел не возвращаться тем путем, которым пришел сюда. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда в поисках чудовищ. А, твоя священная миссия защиты рода человеческого. Это излишний сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Когда-нибудь ты это поймешь. Увидимся, Зигфрид. И спасибо тебе. Благодарю тебя. Мы еще встретимся. Если я тебе понадоблюсь, я буду в обители Ордена в Изиме. Спасибо тебе, чувак. Ты... Ну? Так. А я могу? А. Стальной меч. Спасибо, чувак. Так, я так понимаю, мы свои вещи не сможем забрать. Наше бабло все ушло этим. Храмовый квартал в Изиме. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. У нас, блин, и та штука, которую мы должны были передать, получается, пропала ведь. А что это? Драгоценный камень. Эй, воин!
А ты, похоже, умеешь с мечом обращаться. Я прав? В чем дело? Незадолго до войны я спрятал фамильные ценности и еще кое-какие побрякушки. А теперь... Ты пытаешься нанять первого попавшегося незнакомца, чтобы вернуть себе все свои сокровища? До последней монеты? Шутишь, что ли? Если бы ты хотел меня ограбить, не кричал бы сейчас на всю улицу. Я таких, как ты, хорошо знаю. Видел вас на войне, как смерть рядом с вами ходит. Ну, выкладывай, в чем дело? Чтобы добраться до моего тайника, мне бы пришлось рисковать шкурой. А ты с этой задачей легко справишься. Все сокровища можешь оставить себе. Верни мне только мое фамильное кольцо. А что такого ценного в этом кольце? Это семейные дела, тебя они не касаются. С помощью этого кольца я, наконец, смогу получить свое наследство. Выкладывай все по порядку, но имей в виду, людей я не убиваю. Если они этого не заслушивают. Я еще не все рассказал, а ты уже выводы делаешь. У моего тайника бродит нежить. Все, что мне нужно, это мое кольцо. В таком случае я согласен. Ты подтверждаешь, что я могу забрать себе все, кроме кольца? Подтверждаю. Там в моем сундуке немало ценных вещей. Все они твои, в обмен на кольцо. Возьми этот ключ. Опять в канализацию. Он откроет ворота в канализации. Где конкретно спрятаны твои сокровища? Спускайся в канализацию через вход возле канала. Там, слева от входа, увидишь решетку. Открой ее с помощью ключа, что я тебе дал. За решеткой найдешь склеп. Там я и спрятал сундук. Еще один вопрос. Где мне тебя найти, чтобы отдать кольцо? Я буду ждать тебя здесь каждое утро. Так. Угу. У нас новая карта. Непонятно. Окей. Странно как-то открывает. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Вот. К частному сыщику великий побег. Вот, мне нужно вот это. Нам нужны наши вещи. Обязательно забрать наши вещи. Частный детектив, о котором упоминал Зигфрид. Неплохо. Не успели. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски. Так, давайте я предлагаю на этом сегодня закончить. А продолжение будет в следующей серии. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии.